Аризона, Ролиплей Феникс. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, также все прочие вещи находятся в описании. Давайте уже начнем, как бы, ну, все остальное. Сегодня я случайно передам да. читеру... Да, а если не случайно, что будет? 50 миллионов. Якобы случайно. Посмотрим, признается ли он, что я его просто перепутал с другим игроком. 5000 лайков, и я сразу же снимаю вторую часть. Реально? Не забудь подписаться на канал, здесь много крутых... Зачем он сначала лайк поставил, потом подписку? ...роликов. 500 АЗ коинов за комментарий получает вот этот чел. Он просто написал свой ник на Arizona RP Mesa в комментах и выиграл. Ты ведь тоже так можешь. Пиши свой ник и выигрывай 500 АЗ коин. Я тоже так могу. Сейчас самое сложное — это найти читера. Давай начну найдем. Я с нулевого ID. Этот таксист приехал на ферму. Вряд ли он будет читером. Какой-то полицейский стоит в АФК. Военный стоит на посту. Что-то мне подсказывает, что читера искать я буду долго. Это, блин, вообще админ 4 уровня. А это что за чудо-юдо вообще такое? Я уже просто проследил за половиной сервера и не нашел еще ни одного читера, блин. Ребят, только я сказал, что нет читеров, так вот, сразу Миша Носок куда-то у нас летит. Куда ж ты летишь, Мишка? Теперь нужно дождаться, пока он приземлится, чтобы я его телепортировал. А если он не приземлится? И чтобы его еще и не забанили раньше меня. Так, ребят, он, по-моему, приземлился. Кетхере 590, привет. Здрасте. Это ты мне писал в ВК, чтобы я тебе скинул 50 кака? Ребят, что же он ответит? Признается, что это не он писал, или скажет: да, я. Ну, в принципе, это было, наверное, ожидаемо. Точно ты? Да, да, я. Ну, он не хочет признаваться, говорить правду. Кидаем ему трейд и передаем ему сейчас 50 миллионов. Я не верю. Он же не отдаст, он же Ребят, не отдаст. Я серьезно сейчас передаю 50 лямов какому-то Реально левому серьезно. Игроку, еще и читеру. Все, удачи тебе. Наконец-то. Давай. Наконец-то? Типа он еще и ждал денег моих. Да ты что, вообще офигел, что ли, блин? Может, у него еще и аккаунт купленный? Кстати, насчет покупки аккаунта. Ага. Я недавно проводил опрос, хотите ли вы, чтобы я снимал GTA 5 RP. И что ответили? Все потому, что я наконец-то ее купил. А точнее, я купил Steam аккаунт вместе с GTA 5. Вот, мошенник. Steam. Marketplace, где вы сможете безопасно купить аккаунты с играми и не только. Реально Steam, безопасно? Origin, Epic Games, Supercell, и все это только малая часть аккаунтов, которые можно здесь купить. Охренеть. Все аккаунты реальные и проверяются ботом перед покупкой. Еще у них есть форум с полезной инфой. Там можно найти что-то полезное даже для сампа. Ссылка на LOL Steam находится в описании под LOL видео. Steam, все, значит, ребят, я его заспавнил, он уже сел в такси, куда-то собрался ехать, похоже. Пока что-то он, кстати, читы не собирается даже юзать, я так понимаю, раз он сел в такси. Он же только что летал. Он, в принципе, мог долететь, куда ему нужно. Зачем он сел в такси? Его бы забанили. Как 47 миллионов. Комиссия немного сожрала, конечно, но все равно это очень много. Приехал он в ЛС, и пока я не понимаю, куда он едет, похоже на центральный рынок. Похоже, да, на то. Он приехал на ЦР, уже что дальше? Себе походу что-то купить. Кстати, посмотрите, сколько у него масок в инвентаре. Зачем ему Нормально. Столько масок? Наверное, чтобы не заметили. Того, чтобы его не полили игроки на радаре, пока он летает. Он же у нас читер, блин. У него уже 45,5 миллионов. Че он купил? Красная гитара. Ребят, он переоделся, походу купил себе скин. 38 миллионов у него. Че он еще купил-то? Голова дьявола. Да-то он побежал уже, я пока не особо понимаю, куда. Он надевает маску, ребят. Да, смотрите, он просто надел маску и полетел, чтобы его никто не спалил. Пиздец. Жалко, конечно, что он не знает, что я за ним уже давным-давно слежу. Специально, смотрите, летит повыше, чтобы его не палили, наверное. Ребят, вот он прилетел к автобазару. Неужели он себе уже тачку собирается покупать? Походу, он сначала залетел в отель, чтобы взять Это себе правильно. Номер. И теперь бежит на автобазар. Реально, походу, машину себе собирается походу, купить. Походу, жаль, конечно, он не знает, что я его все равно забаню. Так, он чё? А деньги-то не вернутся, деньги не вернутся. Маверик собирается покупать, что ли? Чё так дорого? Реально, кстати, чё так дорого Маверик за 35 миллионов? Обычный? Нет, он побежал все-таки за тачкой. Ребят, он еще и торгуется за какой-то Volkswagen Golf за 15 лямов. У него 38 миллионов, он, блин, еще и торгуется, реально. Так надо поторговаться, конечно, как так, иначе. Конечно, экономный, сразу видно. Получил на халяву, блин, 50 миллионов, еще и хочет побольше сэкономить. Все, он купил себе машину, 22 миллиона у него осталось. Он припарковал свою машину и уже куда-то поехал. Отлично.
А вот это вот, что только что было, он, по-моему, стартанул как-то очень резко. Чип-тюнинг. Резко. Похоже было на спидхак, по-моему. И это чип-тюнинг, брат. Слишком быстро едет, ребят. Он офнулся, точнее, его кикнуло, походу. Все-таки, ребят, это был спидхак, и он его слишком сильно пережал, похоже, что его аж кикнуло. Он уже перезашел. Короче, отлично. У него еще и спидхак есть, как я понял, и он реально его как-то слишком пережал. Сразу видно, конечно, что он не самый опытный читер. Вот что он вообще сейчас вытворяет? Что это такое, блин? Он утопил машину, вынырнул из воды. Это точно спидхак, ребят. Посмотрите просто, как он ездит. Да, на машине максимальная скорость 162 километра, а он только что ехал 170. Нормально, не, Миша, ребят, реально он только что ехал без двигателя, по-моему. Или мне показалось? Показалось, нет, показалось. Неужели он приехал в казино, реально? Ну а хули делать-то еще? Вот это сейчас что было? Это разве не спидхак сейчас был? Ну, в общем-то, да. Брат, добань его уже. Хотя какой ты брат, в самом деле. 800 тысяч у него осталось, ребят. Он на 20 миллионов купил себе фишек. Я до последнего надеялся, немного, что в казино он не пойдет. 321 тысяча фишек. Ребят, на, уже... Ну, на 100к 3 раза сыграть нормально 221 будет. Тысяча фишек. Чего? Как так быстро? 121 тысяча? Офигеть, сейчас он отыграет. Просто все это проигрывает. Друг, остановись, пожалуйста. Ты, может быть, хотя бы по 1000 по 2 будешь ставить, но не по 100к. 71 тысяча фишек, ребят. Все, он почти все проиграл уже. Я честно не понимаю, зачем играть на такие огромные ставки, когда ты можешь буквально за 3 игры проиграть все. И вот у него уже 31 тысяча фишек да всего. Да все пизда. 31к. Он решил сыграть ва-банк на последние фишки. Выпало 3. Он выиграл? Нет, ребят, он проиграл все фишки. Все, угу. У него просто ничего не осталось. Он только что проиграл последние 20. А что ему еще надо, брат? Вот так вот, ребят, казино ни к чему хорошему не приводит. Телепортируй. Ну хуй знает, если бы он выиграл, ты бы что сказал? Его к себе. Ну что, Миша Носок, что скажешь в свое оправдание? Я тебе случайно дал 50к. Я перепутал. Блин, что такое? Ты что, их уже потратил, что ли? Я их всех потратил и проиграл в казино. Ну ладно тогда уже. Интересно, а что он скажет, если... А зачем ты читерил? В смысле? У меня даже на компьютере такого говна никогда не было. Я не могу быть читером. Все-таки врать он не перестает. Я все видел, как ты летал, как ты спидхак включал. Ладно, да, это я. Придется его, конечно, забанить, потому что он меня дважды обманул. Сначала не признал. Если бы не обманул, то ты бы не банил, да? Признался, что это не ему я должен был дать денег, что я просто перепутал. Ну а теперь начал говорить, что он не читерит, у него никогда не было читов. В итоге, конечно, признался, но все равно он соврал мне поздно, дважды. Поздно, да и за читы тоже его как бы нужно забанить. Да. Это бан. Бан 130-29 чит. Надеюсь, теперь он поймет свои ошибки, перестанет читерить и обманывать администрацию. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока, всем до свидания, всем всего самого наилучшего, всем всего крутого. Резон Рули Плей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод. Все это находится в описании данного видеоролика. Всем пока и, разумеется, до свидания. Всем пока и всего самого наилучшего. И, как бы, заходите на Резон РП. Вот тут.